вас, з удовольствием вас послушав меч, гром, шлем, латы, доспехи, подковы, кольчуга, гром самое такое, суровое. Что же он не увидел на его? Никогда мастер не узнает. А я еще даже сказал, почему он его не узнает. Его произведение не Ланцелот. Потому что он даже не увидит, я бы сказал его. Знают Гранова и Тесла. Шапка-невидимка. Одевает Ланцелот шапку-невидимку, идет она ему или нет, никто этого не видит. Она выполняет свою функцию. Я бы Гранули похлопал, я говорю, что же так? И Тесла. Последний вопрос.